По инициативе Центральной избирательной комиссии одобрен новый порядок включения в списки избирателей на выборах депутатов Законодательного собрания Краснодарского края. Отменены открепительные удостоверения, упразднено досрочное голосование. В городе открыто 6 пунктов приема заявлений от тех, кто будет голосовать не по прописке. 4 в зданиях районных администраций и 2 дополнительных в Дагомысе и Олимпийском парке. Ранее открепительные удостоверения, которые были предусмотрены законодательством, позволяли избирателям голосовать на любом избирательном участке, но получить открепительное удостоверение можно было только по месту жительства. Сейчас новый порядок предполагает возможность включения в списки избирателей по месту фактического нахождения. Многофункциональные центры также принимают заявления о включении в список избирателей. Обращение подается лично при наличии паспорта и состоит из 2 частей. Основная остается в пункте приема, а избирателю выдают отрывной талон, подтверждающий подачу заявления. Напомню, что голосовать на нынешних выборах 10 сентября вправе жители Краснодарского края, достигшие на день голосования 18 лет.